А перед началом этого видео я бы хотел сказать то, что на днях собираюсь делать несколько фраг-мувиков, ну или эдитов по стендов 2. Но у меня есть одна большая проблема. Я не знаю, какую музыку подставить. И чтобы все было хорошо, давайте вы просто в комментариях напишите музыку, рекомендуемую, которой у меня не было, и без авторских прав. Ну, рекомендуемую. Ладно, не буду мешать. И всем привет, ребята, с вами Нинди. И сегодня мы будем играть в игру The Escapist 2. И я бы хотела вам сказать, что вы просто дикие. Разносите кнопку лайка и разносите кнопку просмотра. Поэтому я бы хотела вас попросить одну маленькую вещь. Можете просто добить под этим видео 20 лайков. Я сразу же буду эту игру делать. Имеется в виду видео новое по этой игре. Без каких-либо очередей. Я тут непонятно, чем занимаюсь. Но меня вроде бы... Я не знаю, что тут происходит. А, это мой дом. Все. Ладно. Атака. Кого ты бьешь? Ладно. Что подобрать? Использовать. Одень свою кровать и спи. Как время быстро восстанавливается. Так. Быстрей. Просыпаемся. Так, спрет, Робинсон. Ручку инструмента можно совместить с ломом и скотчем, чтобы изготовить базовый инструмент, облегченную кирку. Я спрятал какие-то материалы, чтобы вы могли ее создать. Как только вы получите эту облегченную кирку, облегченную, я отмечу на вашей карте место, которое идеально подходит для пролома. Окей. Держу в курсе. В этом видео я не буду все время где-то блуждать, а блуждать только на отдыхе. Я сегодня буду самым послушным тюремщиком. Ну, вы понимаете, самым послушным тюремщиком. А. А, он мой стол проискивает. Плохой человек. Да не с тобой задействовать, с едой. Все. Я сяду к своей... У меня есть подписчик? Где подписчик? Это Рис, Эмерсон. Подписчик 4. Все, я сяду с подписчиком 4. Общаемся. Болтаем. Следующее прохождение, оно, конечно же, надеюсь, будет. Я буду... Добавлю всех подписчиков. У меня будут все подписчики. Извиняюсь. Просто теперь общаюсь. Болтаю, болтаю. Ну, все нормально, да? Чтобы не вызывать подозрения к полиции, я буду сегодня самым послушным. Это у нас... Что они делают? Они снимают, типа, жизнь тюремщика. Документальный фильм. Вот, отдых. Отпуск. Что мне надо, чтобы изготовить? Стоп. Что я должен вообще сделать? Ломик из ленты. У меня есть доска. Это, конечно, не ломик, но это тут нету ломика. А, у меня он все время был. Тупанул, извиняюсь. Ручка инструмент. Подписчик номер один. Он тоже не чист. Что это такое? А, ручка инструмент, это...
Они бегут за мной. Я должен здесь все аккуратно и по стелсу, чтобы меня нельзя было найти. Вот называется. Но я не могу никуда убежать от них. Мне надо найти такую сверхнычку для сверхразумов. Она все равно меня видит через стены. Так, пока что все улаживается. Опа. Так, все, теперь я буду работать. Мы набегались уже. Блин, было очень страшно. А где моя работа? Вот тут. Упражняйся. Ну что, за мной идет? А что тут надо делать? Боже, что они так валют? Бедняжки. Так, все. Мы типа очень усердно поработали. У нас будет вечерний отдых, по-моему, да? Нам надо добраться до этого места. А, вот тут душ. Задействовать все, мойся. Подмыхи моет подмыхи. Блин, так повезло, что мы смогли убежать от полиции. Если бы они меня забрали, то мне бы пришлось очень долго мучиться опять. Так-с, пора идти. Где, куда нам надо идти? Первый этаж. Нет. Ладно, сейчас отдых будет, вот скажите мне, сейчас отдых будет. Ой, ужин. Ну блин, так никогда хочется это про все пропустить. Но нельзя. Я пообещаю, что я буду сегодня хорошим. Значит, ты должен. Маклери, отстань. Все. Я даже здесь с подписчиком. Это Джей. Это Пейн. Паркер. Опа, подписчик номер один, подписчик номер два, подписчик номер четыре все с дубинкой ходит. Агрессивный. Да, подписчик номер четыре, я сажусь с тобой. Ты сюда? О! Так, а СТП это кто? Жут. Жук. Жучок какой-то. Ты заключенный? Да. Ты заключенный. Вот задал вопрос и ответь. Фух, у нас отдых. А куда нам не идти? А, вот сюда. Блин.
Робинзон. Ты где? Что мне надо? Отвертка и стал Робинзон. А, мы теперь Робинзона опоровываем, окей. Мы сможем убежать. Так. Угу. Блин, ну, у нас есть все шансы сбежать. Если мы сбежим, это будет самый прекрасный день. Почему? Потому что мы сбежим. Я здесь каких-то там 3 дня, считай этот. Но я устал. Один процент, серьезно? Бой. О, да, вот ты где. И они начинают бежать. Но факт остается фактом. Клифф прошел. Получил 2 медальки. 3, 4 медальки. Создано предметов 4. Сделано одолжение 1. Нокауты 4. Уничтожено кирпичей 1. Время 3 дня 13 часов. Чё? Наверное, 3 дня 13 часов. Вы хотите поставить оценку этому приложению? Пока что нет, потому что мы закончили прохождение первой, самой легкой, по-моему, части. Ну, не считая обучения следующей, это вот это или вот это. Всем удачи и всем пока, с вами Нинди и долгожданный побег за 3 дня. Я думал, что я потрачу 10 серий на это прохождение, а потратил 3 дня. Пока-пока.